Всем привет! Бегу внучку провожать. Едет она домой, в Хабаровск, к родителям. Будет там с родителями. Учиться там будет. Ага. Первый класс она здесь пошла, и во второй класс здесь. Вот до сегодняшнего, как бы сказать, дня здесь она. Все, сегодня уезжает в Хабаровск. Вот, но сегодня, о, какой прекрасный день. Тихо, как говорится. Но не солнечно, не морозно. Даже сказать жарко. Без варежек иду. Но наша красавица уезжает от нас. Ну ничего, летом я поеду в город. Заберу ее сюда на целое лето. Привезем ее. Но вот. Так все. Зато с родителями рядом. Сестры тоже рядом, как говорится. Конечно, ребенок хочет к родителям. Но вот. Я бегу провожать ее. Конечно, грустно. На душе. Вот. А что поделаешь? Фух. Я еще это купила гостинцы. Несу отправить маленьким. Ой. Фух. Тяжело тащить. Иду. Как бы сказать, из последних сил тащу эту. А я думаю, что у меня это упадок сил. Я ж сегодня еще не ела. Не ела, ни чай не пила. Вот. И вот почему у меня сил нету. Фух. Ну. Сейчас приду к сестренке, чаек попью. Вот это водокачка у нас крутая. Вон утеплили ее, как эти трубы. Ага. Вот. Улица. Улица Северная. Ага. Вот. Ну. Ладно. Кручусь там. Встречу изменить нельзя. Ну, да, витаминки. Что там, вкусняшки, да? Да, витаминки. Витаминки? Куда идешь? Провожать. Автобус сюда подходит? Ну, наверное. А Кира говорит, нет. А? Ты увозишь. Я? Угу. Нет, мне ничего не говорили. У меня же аккумулятора, все. Хана. Я ее хотела завести. Все, на днях. Совсем нет аккумулятора. Вот чего хана.
покупать, можно было стреляться. Далее. Что собака такая дурацкая? Сколько ходит, что лает, лает. Дебильная. Ой, как жарко. Ужасно. Собака такая дебильная у тебя. Сильно. Ой, еле как дошла. И воду еще Кирину несла. Я разбираться не буду сейчас. Зима. Ой, а то наклоняться тяжело. Ой, ой, сейчас потела, одела свитер, демисезонное пальто, и сегодня сейчас потела. Так. Ой, я потела, а? Ой, ужасно. Ой, все впереди было. Вот воду баба не шла. Это блины покушать. Ой. Воду можно было здесь набрать, Кира. Воду можно было и по дороге купить. Ну, это вода обыкновенная. Зачем? Фу, жарко. Это просто залитая? Ну, она... Я тем более... Она вчера выпила. Взяла ей сок такой. Майя, на. Дорогу. Это троим. Зачем что-то? Конфеты. Туда им. Конфеты. Что покупать конфеты? Зачем? Детям. И так они. Мы же купили яблоки. А дети? Мы купили яблоки. Где? И бананы. А ну и что? И повезешь да. Это сестренкам? Ты что? В гостинце повезешь. Еще яблоки? Да. Мы три яблока еще. Еще. Ты еще, может, в дороге покушаешь. Сок. Ну. А меня тоже такая-то виноградный был. Да? Да. Я вот игрушка такое. Где пакет? Вот. Киндер-сюрприз? Нет, так. Это не киндер. Это была один. Такая, там вот. Подорвалась, открываешь там вторую, там было... По дороге бананы шоколад. Печенье и черный шоколад. Да, мне тоже, Паша, оставь. А вторая это была игрушка. Это такая, пластиковая. Да. Я даже перенесла ложку зележную. Я посмотрела второй раз. Где там игрушка лежала? А там ложка! Да? Да, такая. А я... Зачем я, значит, приносила? Говорю. О, что, ложку надо тоже положить? Увезешь туда. Да. Где твоя сумка? Туда ложи. А то забудешь. Вот она. Здесь. Будешь это ложкой кушать. Это Рики, я дам, а тебе она ко мне, типа, малышку. Ложечка такая маленькая, малышка, да? Есть куколка, малышка, да? Бутылка. Да? Это машинка. Что такое? Машинка такая? А я в эту машинку подаришь папе, скажи, папа, тебе на коллекцию. У папы есть. Но он же коллекцию. А это другая машинка, это игрушечная. Это можно Рики дать и Регине. Да? Три плитки шоколада? Да, каждом по плитке. Чё? Приедешь и каждый по плитке? Это Регины, Рики и себе. Яблоки. Ну? Яблоки тоненькие. Да? Да. Ты рада, что домой едешь? Не знаю. А? Я пока не знаю. Не хочешь ехать? Я не знаю.
Не знаешь? Малиновая. Вот это шоколадная, но это и там нитки такие. Не знаю, как потом открывать. Ну, ты не открывай сейчас, потом. Слезы у меня. Чок. Конфеты. Баба, блинчики тебе, да? Да, и блинчики. Это ей покушать, да Паше оставить немножко. Она дома два блинчика поела. Кашу манную поела. Это утро. Мы как бы не завтракаем, мы утром завтракаем. Все нормально, а то сильно. Ой. И это... Шапка есть у тебя, шапочка вязаная, которую ты не носишь. Принеси бабину шапочку. Ой, я потею. Принеси бабину шапочку, Кира. Сильно теплая? Сильно, сильно. Ну сейчас, видишь, какая толстая вы, ужасно. Чё, мы лезем, да? Балдеем? А? Девочка наша, девочка. Вот это папе чем покупать, вот этот ну? Надо было аккумулятор купить, Галя. Чё? Сейчас видишь, как у меня. Котёнок! Ай, котеночек, давай вытаскивай, покажем зрителям. Вот какой. Ой, какой котенок. Маленький, какой маленький. Ай, че. Лялечка. Баба, у нее открылись это глазки. Вот одной же родился. Колосоточка. Кто это, мальчик, девочка? Девочка. Мурчуня. А это девочка. А ты малыш. Полосатый. Черненький. Ну. Черно-белый серый. Вон, уселась. Скажи, положите мне ляльку мою на место, да? Такой пушистик. Кстати, сладкий. Я типа на время назвала ее Кмопа. Потому что я Кмопу нигде не вижу. Обычный. Я думала, что у нее собаки загрызли. А у нас вот это, вот такая. Или потерялась. Это типа будет Кмопа. Простая, не евро. Тигреночек. Ну да, вот это было. Тигреночек. Животик вот полосатенький. Что такое? Ну, раньше побаливала. А вот муха. Там полосатая. А муха. Вот так вот надо делать. Вот так уколы делать. Вот надо. Ходить на лечение. Ну? Ой, и баба, глаза мокрые. Смотрите. Ой, котенок какой красивенький. Сколько у вас котят? И что? Что будете делать? А? Хоть шарочки. А?
Эй, и девочка. Какой? Девочка? Девочка. Какая красивая девочка. Я не назвала Кнопа. Кнопа. И сколько у них? И что вы делать будете? Она одного принесла. И что будете делать с ней? В город увезти, и там сразу хозяев найдут. Альбина уже спрашивает, что вы большой уже? Я говорю, маленький. Уже им понравился их перевалочный бутер и кому-нибудь. Белого тоже взяли, да? Надо же. Ну, взяли. Вот надо, сколько у нас уже от мухи и от мусики. Уже в городе двое живут, городские. Чего у них мало котов не могут найти, что они из деревни? Еще вот это, белая топ... Недавно белую запрашивали, чтобы она крысоловка была. А. Она в деревенском, в таком деревне живет. Это белая которая? Да. Ловить будет крыс. Ну, ты какое красивое. Видишь, там лежит. Тут а вот так вот здесь. Все, оделась. Вот. Где ты? Это что, свои не забираешь? Да, зачем? Мелкие нас кидают. Да. Она потихонечку собираемся. Сейчас машина подойдет. Это пока поставь. Там фрукты. Вот сюда поставь. Я Баба ж тебя провожает. И все запечатлит. Подожди. Тяжело. Тяжело. Подожди, Бал. Подожди. Поставь. Тяжелая же она. Не надо. Все, иди. Иди. Рюкзак поставь, иди. Сейчас пошли. Подожди. Открывай. А что, калитка труда открывается? Да, наоборот. Как? Наоборот открывается, да? Наоборот. А, что, Галя, тяжелая поднимает? Ну как, Кира? Все. Залезай. Ну ладно, давай. Все, пока. Послечались. Она калитку закрыла. Калитку закрыли. Ну все. Я пошла. Проводила свою внучку. Лапулечку нашу. Ладно, летом за ней я приеду.
Ну, ладно, всем пока.